Скажи, пожалуйста, вот здесь вот установлено два дорожных знака, направление прямо и направление направо. Один знак обязывает ехать прямо, а второй знак обязывает ехать только направо. Как водитель может выполнить требования этих двух знаков? Да, я не стану стоять. То есть поедешь прямо, нарушишь требования нижнего знака. Поедешь на... То есть вы думаете, тут два одинаковые знака повесило, да? Нет, их не развернуло, они хорошо закрыты. Как будто получается. А поедешь направо, значит, нарушаешь требования верхнего знака, правильно? Только направо, не знаю, как-то странно. Ну, вот смотрите, вот мы граждане, нам странно. А вы правоохранительную структуру, каким образом вы отреагировали, чтобы этого не было? Мы можем написать рапорт по этим знакам, когда уже будем... Наверное, вы должны были это сделать, уже эти знаки установлены не вчера, не позавчера. Понял, во-первых, первый раз здесь.